Итак, инфы, как всегда, никакой нет, поэтому придется выживать как можем, да. Ну, чтобы канал у меня не простаивал, неприятно. Чтобы люди не расходились, вся хуйня, никто ничего не жаловался. В общем, убрать, так сказать, пустоту. А давайте чекнем основной сайт. Может, что изменилось? Так, это что? Там, куда нажимать? Давай сюда. Давай, она загрузит? Нет. Наверное, сюда нажать. Все, прекрасно. Так, ничего не будет забыто, доступно 10, 10, 18, 10, 10, 10, октябрь, октябрь, 10. Ну да, все, не перенесли, это уже хорошо. Так, трейлер мы смотреть не будем. Так, русского нет, хорошо. В смысле, то есть, ну не хорошо, а в плане, ну вы поняли, я согласен, то, что здесь русского нет, но то, что здесь его нет, это плохо, это нехорошо. Так, механики, блядь, цепи ебучие. С этими черепами, я не помню, как они называются, типа... Но точно не бешеные. Бешеные ходят вообще в таких стрёмных доспехах. Не вармонгеры тоже. В общем, вспомню, скажу, как эти пидоры называются. Ага. Вот четыре издания, да? Мифрил продано. Ну, охуенно купил, блядь. Хотя, ну сколько, если Gold Edition стоит 100 баксов, если я не ошибаюсь. Давайте проверим в Стиме, чтобы наверняка список желаемого... Надеюсь, меня за это не забанят на ютубе, за что я Steam показываю. Хотя я не знаю, правила не читал. Так, картинки, хорошо. Азлар. 10 октября. Нет обзоров. Карточки. Покупки внутри приложения. Ну, русский хотя бы будет. Но озвучки, конечно, нет. Ну, ладно. Даже японский озвучили. Пиздец. Внутриигровые покупки. Ну, понятно, типа, чтоб дети, блядь, не ссали кипятком, потому что они не могут, блядь, захватить крепости и шли и воровали у мамки деньги, чтобы купить себе сундук с баблом. Все понятно, со скинами. Ясно, ясно. Ну, молодцы, подхватили инициативу. Так, 10 октября, 3 месяца, 100 баксов. Новости есть какие-то? Комментарии? О, отлично. 1 июня. Ну не, ну тут старое, походу. Тут ничего нету, да? 25 июня. Middle of games have everything we asked for excited. Thank you for amazing experience, team. This is an amazing system, it's incredible. У нас game, I love Middle of. Можно даже чисто, знаете, ну чисто если меня не забанят, в натуре посмотреть, сколько у них часов в этой хуйте. Ну типа, что они так... Ну я пропустил. 0 часов, ну заебись. И это типа он пишет, I love Middle Earth, да. Ну типа, ну типичный этот... Типичный пользователь. Во! Сколько это было? 37 часов, 23 часа. Хорошо. Не будем в подробности ввязываться, долбоёбы долбоёбами. Так, Мифрил. Продано, окей. А, так, не сняли, нет. Короче, придется за границу его, типа, еще таскать. Ну, потому что можно, в принципе, из Германии его заказать, хотя, если голд стоит сотку, то мифрил, я думаю, где-то 170, 100, ну, 200, да? Блядь, да пошел ты нахуй, сука, ублюдок. Так, а браузер у меня работать будет сегодня? Спасибо. Вот она. Думаю, ничего не выбивает. The fuck. Так, ну, в принципе, у меня вся публика это русские, да? Пошел ты нахуй, ублюдок, боже. Ну, естественно, по курсу кредитки. 27 доллары. Давай 100... 70, 180, ну 10 тысяч, интересно, а насколько в России на 10 тысяч можно жить, это вообще много, я думаю, типа, на месяц, хотя, наверное, если не жрать креветки, то
может, 2. Не знаю, не хочу вмешиваться, но, по-моему, 200 тысяч для русских это вроде бы бабки. Не знаю, не знаю. 10 тысяч. И что сюда входит на эти 10 тысяч? Это легендарная пати. Это эксклюзивный меч. Легендарная пати, я так понял, это те чемпионы, типа вот эти ублюдки, которых показывали в конце трейлера, типа... Такие долбоебы. Мне больше всего понравился тот, который типа Урук, он такой в темной броне, клевый такой, как в первой части. Так, ну, естественно, меч, руна и скин. Ну, хотя там типа в новой части ты когда меняешь меч, то скин сам меняется. Ну, вы поняли. Так, племя, блядь, каких-то воинов, слаутер, это что-то вроде мясника, да, что-то такое, типа, пытатель какой-то, короче. Outlaw, это дикарь, бунтарь, короче. Ну вот, считай, два племени. Оскар сожрал дерьмо, потому что он говорил, что 7 племен. Я говорил тебе 9, блядь, я тебе говорил, чувак. Хоть он и говорил, что в интервью их 7, я видел в Стиме, что DLC-шные все равно будут. То есть я говорил 9, я был прав. Подожди, ну 7 плюс 2, 9. Верно же? Ну ебать, не 10. Клинок Галадриэли Story Expansion. Это, наверное, это тёлки, типа, которые бегают с мечом. И Назгула впиздила. Капюшоне такая красивая. В общем, типа, история о ней. Desolation of Mordor. Это, наверное, разрушение, блядь. Опустошение, блядь. Так, не, я не хочу, как говорит Оскар, дезинформировать. Desolation. Desolation. Роспуск, серьезно? Desolation. Да what the fuck? О, ну да, опустошение, ты прав. Опустошение Мордором. История, короче, Limited Edition 12, походу, размер, я так понял. Таргаров, Баларах, Висикар, Нандрейк, Статчо. Это, походу, Таргаров это имя. Ну и, типа, там идет статус, походу, Баларах, демон, типа. И вот этот, типа, дракон, это который, походу, в трейлере зеленый, вот этот, типа, нашпигован этой силы вот этого призрака, не призрака, а духа вот этого леса. Так, сорян, нужно было ответить. На чем я остановился? На статуэтке. Я говорил про дракона. Что я говорил про дракона? Дракон начинен силой вот этого самого... Сейчас открою окно. Как его, бля, не призрак, а духа, вот, духа, короче, леса, который в трейлере, типа, вселился в Карагора и, типа, превратил его в такую крутую такую скин, такую машину боевую. И, короче, Келлембримбор сказал, что, типа, Талион, типа, мы не можем его победить, потому что он, типа, слишком силен. Короче, вот, типа, он нам помог, и мы запиздим Балрога. Ну, такой вангую просто, я вангую. Потом идет коллекция эксклюзивных листовок. Ну, как листовок. Это типа картинки такие, знаете, как арты типа свои. Потом идет упаковка с магнитным кольцом силы. Что? Прикольно, нахуй я тогда свое кольцо покупал. Ладно. Эксклюзивный, короче, бокс. Официальная музыка. Карта из тряпок, ну, я не знаю, как это переводится, клов, тряпочная, что ли, ну, как, в общем, карта просто. Потом идет стикеры племен, потом идет голдовый сундук, мы уже поняли, в принципе, что он дает, мириамы там, скины, походу, и руны, наверное, может быть, вполне, то есть не только скины, а и руны будут давать, и мириамы. Ну, мириамы по любасу, руны, ну... Спорно, а вот скины по любасу должны давать. Это чё? А, это здесь пишут, что это такое. Типа, Nemesis Expansion включает новые племена орков, новых врагов, последователей миссии, способности, оружие. Охуенно поставил кому, поставил запятую и перенес. 10 из 10, короче, оружие, крепости и...
живую, типа, живность, как она будет, природа, да, короче, обновление природы, живности, как, ну да, живности же, верно, живности, обновление, короче, и мифический ГР-сет, ну и какой-то сет мифический за вот этот предзаказ, а нет, это, видимо, куча набор, типа, допустим, определенных рун, типа, кинжал, меч, лук и этот, чтобы ты, типа, оделся в этот, такой, типа, мифический сет. Короче, как-то так. Так, сука, коты ебашатся, да. Пошли нахуй, все закрою. Потом идет история expansions, это у нас вот это, два. Это включает новую кампанию. Ну да, это типа как вот это в первой части охота и Bright Lord DLC, там игровых персонажей. Скорее всего, отдельно и как скин, то есть, можно, хотя не, в основной, наверное, компании будет Келлибримбор. Ой, Талиан. И там и так можно менять костюм, нахуя там еще скин. Потом идет способности, побочные квесты, враги, союзники и все остальное. Пробивайся на линии типа врагов, куй свою армию, захватывай крепости, доминируй типа над Мордором, захватывай типа опыт, типа, который получен от системы Немезис, создает уникальный... А, бла-бла-бла-бла, захватывайте типа... Конфронт, это типа сразитесь в полную силу с Сауронами, его вот этими кольцевыми типа призраками. Ну, Назгул, почему здесь написано кольцевыми призраками? Что за бред? In the epic story. Ну, в эпичной истории. Ничего не будет забыто. А, вот, в принципе, так. А что, нельзя как-то приблизить? Не нажимать. Хорошо. Мы, блядь, не шиком куёты. Мы сделаем вот так. Что у нас тут есть? Вот эти четыре ублюдка. Мне так нравится вот посередине. Он в капюшоне, такой, как в плаще, знаете, и типа... Ну, он самый прикольный из них. Ну, вот этот, ладно, с Карагором еще куда ни шло. Потом идет какой-то берсерк. Это тоже куда ни шло. Но вот этот Олахай, командир, у которого на сзади флаг, такой, типа, боже, это так тупо смотрится. Там идет вот эта коллекционная коробка. Вот она. Вот это она, с Талионом еблищем. Потом идет, собственно, кольцо. Какое-то оно странное, блядь. Ну, типа магнитное, знаешь, типа, я не знаю, там, если у тебя в руке протез, да, то ты можешь, как в трейлере Талион, типа, такой, типа, потянуться к кольцу, и оно в тебе так... Ну, это такое, это мечты. Это мечты, так. Типа эксклюзивный мифриловый сундук войны. Коробка какая-то, бокс скорее. Ну, типа для вещей всех, а потом вот диск. Блять, не флешка, а диск. Хорошо, диск. Бля, у меня... А вот если у людей нет дисковода, но они же покупают, допустим, сейчас новые компьютеры, в них, наверное, дисководов нет. Там же, типа, ультра комплектующий. Нахуя там дисковод? Не знаю. Потом идет вот самый Талион, типа, с драконом этим, типа, в траве. Ну, типа, закованный в этого призрака. Там идет Балрах. На нем кто-то сидит? Или это... Не, это, наверное, рука. А может, кто-то и сидит? Ну, наверное, все-таки рука. Потом... Ой, да, рука. Просто с ракурса, с его стороны, она так смотрится. Потом карта. Можно посмотреть, сколько регионов, если бы не было этих артов. Кстати, вот они, вот эти арты, литографы, да. Вот это тут, походу, их три всего. Там на стену повешал, перед друзьями можно повыебываться. Потом карта, стикеры вот эти. Не знаю, нахуя их куда клеить просто. Что тут? Dark Tribe, мародеры, командиры, дикие, мистик, инженеры и... Кого я, блядь, забываю? Кого я забыл? Мародер сказал. Бестмастер. Нет. Да, бестмастера, это же отдельный трайп. Или же нет. Нет, вроде бестмастера отдельный трайп. Вармонгер. Точняк, вармонгеры. Наверное, вот где-то из них это вармонгеры.
Вот это вармонгеры, наверное, вот это командиры. Не знаю, в общем, похуй, сами разберетесь. В принципе, оно особо не надо, это просто обзор стикеров, да. Потом, что он включает в себя, игру всякие, вот оно пишет, что оно в себя включает. Бля, ну я не знаю, ну... А ну, отдались нахуй. А, на этой странице тоже все поплыло, ну да. Хорошо. Ну просто, ну, и он, во-первых, что продан, это во-первых. Во-вторых, он стоит не в ебенных денег, но лично я живу на Украине, и для меня, ну, 200 долларов, это, ну ребят, ну, это очень много. Экспо? Что такое, блядь, экспо? Не надо мне Википедию, мне картинку дайте. А, это типа что-то вроде консоли? Какая-то стрёмная штука, на самом деле. Надеюсь, меня не забанят из этой хуйни. А, это колонки, что ли? В общем, похуй, короче. Наверное, для диска. Хорошо, мифрил, но он все равно продан. Чё в голде? Голд стоит... А, вот здесь была ссылка на Steam. Ебать, я дебил. Да. 100 долларов он стоит. Я уже смотрел минут 5. Ну вот. Ебать, как тут все порезали. Два племена. Полная DLC истории. Ну и сундук войны. В принципе, больше ничего не нужно. А что еще надо? Ты получаешь этих чемпионов. За предзаказ ты по-любому их получаешь. Даже если ты, наверное, стандарт Edition возьмешь. Что в Silver включается? В Silver только племена добавят, да? То есть истории не будет. Бля, ну это обида, это обида. Но, допустим, ну блин, все-таки все равно интересно узнать, что там типа с тёлкой это случилось. Или типа того. А в стандарт, наверное, только игра. Ну да. На самом деле даже и племен не добавили. Ну, в принципе, за такую цену, сколько она там? 50 долларов стоит? Не помню. 30 долларов, 20 долларов. Ну, типа того. Сколько? Это у меня компьютер барахлит или... Ну, а смысл тогда брать, если... Ну, ты хотя бы племена получаешь. Ну, и Мириамы. Если они одинаково стоят, какой дебил возьмет стандарт? Так, я не знаю. Ну, в принципе, я вам советую брать или Gold, или Silver. То есть, все равно стандарт и Silver стоят одинаково, поэтому брать нужно или Gold, или Silver. Но все-таки лучше взять Gold. Ну, боже, просрать эти бабки, да, потратить, получить сразу все и не ебаться. Ну, это очень эксклюзивно. Давайте... Не, трейлер, ну, я вас и так заебал уже. Вы и так сами эти трейлеры смотрите постоянно. Давайте посмотрим, что может они там загрузили, типа, фото. А как оно листается? Ну тут ничего нового не... Goodbye, зла. Скриншоты тоже ничего нового. Обои для рабочего стола. Бред какой-то. В интернете можно получше найти. Cosplay, Dark Tribe, Machine Tribe, Marauder Tribe, Mystic Tribe, Terror... Terror Tribe! Я забыл Террор. Это ублюдок Террор Tribe. Вот этот, блядь, они просто похожи, идентичны, но только у него нет гвоздей. А, они есть, есть. Забираю свои слова обратно. В общем, давайте почитаем хотя бы, что они там в Твиттере пишут. Может, анонсик какой стримчика или... 20... Один час назад, что ли? Shadow of War вышел на E3, почти в топ номинированных игр 2017 в награды. Получили 4 включая какие-то лучшие шоу, что? Ну давай, просмотр. А, во. View. Best Console Game, Best PC Game, Best Action Adventure Game. 4 номинации, ну да. И Best of Show. Хм.
Ну, блядь, это люди, которые... Pre-pre-pre-pre-order. В общем, здесь одни дауны. Блядь, ну это как-то тупо. Июнь 25. Все, то есть не будет никаких... Не будет никаких видео. Блин, ребят, вы чё? Ну, получили номинацию, думаете, вам все можно? Best of E3. Причем лагало. А все равно получили номинацию, точнее награду. Баннер. Он принес войну. Он умер. А, тут и написано RIP. Хэштег. Бля, ну в общем тут ничего нет. Они, видимо, забили внутри, типа. Что-то обидно даже как-то. Ну, может, email им написать, или Twitch хотя бы там. Комьюнити, там, Instagram. Давайте все откроем. Вообще не собираются возобновлять стримы. Или они типа такие, все, хватит с вас, типа. Все, сами там, сами думайте. О, что это такое? Что, серьезно, регистрация, нахуя? Не, идите нахуй. Ну, понятно, что не в сети. Как бы, блядь, они, походу, тоже забили. Модераторы, блядь. Модераторы трайба. Прикольно. Monolith Truth. Тинкермарк, Monolith Mod, Monolith Mod, Monolith Mod. Короче, ничего нету. Понятно. Они даже не поменяли картинку со E3. Так, подожди, я не понимаю. Стратегия? Подожди, в смысле, типа, уже гайды появляются? Вот, наверное, вот это. Нет, 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 нет. Не, только не загрузись. Вот, оно. Последние топы. Вчера. 3 часа назад, 3 часа назад. Давай. Главное, кто-то оставлял. Hello, it's Mr. Big Carc. Trousing. Preparation. Идея. Это, видимо, люди пишут, типа, свои... идеи, типа, и они какая-то хуйня, короче. Но я все-таки пороюсь на этом сайте еще. Просто пролистну, а вдруг я что-то пропустил. Давай официальные анонсы, допустим. Community guidelines. 2-го, 27-го. Все понятно. Идеи, силы, клеймение, тактика, финальная война. Бля, чё? Тут они обсуждают, типа, что мне нравится, приказывать капитанов, убивать капитанов. Так, ну если я открою это видео, то меня сразу же забанят. Но здесь указаны силы капитанов, которые мы, в принципе, знаем, как они обозначены, наверное, просто почитать. Твиттер мы уже видели. Ну и все. Больше, в принципе, ничего нет. Это с Твича. Пошли нахуй. Пошли нахуй. Shadow of War получили награду. Ну и все, короче. Новостей нет. Они, видимо, забежали бабки с приордера и убежали, короче. В общем... Бля, ну, ребят, как-то
хреново все получается. То есть я тут сижу, сморожусь уже, мне как-то хочется уже хоть что-то увидеть, а они ничего нам не дают. Только красивые отрендеренные скриншоты, которые не у всех пойдут. Которые у меня явно не пойдут. Видео не хочу смотреть. Вот это прикольно. Вот здесь в конце где-то есть вот эти предзаказанные ублюдки. А может и нет. Да не, должны быть. Не, херь это все. Должны быть. I coming for you. Shadow of War, nothing will be forgotten. Нет, прикольно. Я знаю, где-то должно быть. Эти уроды. О, да, да, да. Да, 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 да. Гляньте, 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 да, просто гляньте. Так, стоп, 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 пауза, пауза здесь. Блять, ну пиздец, дебильный плеер Стима. Я пропустил, да? Нет, не пропустил. Бля, просто вы посмотрите. Вот этот, типа, из диких, он нормальный. Вот этот меня больше всего бесит. Он командир, нахрен. Вот это. Ладно, я переживу этот тупой легионский римский шлем, но вот это. Вы просто посмотрите. Охуенный меч. Капюшон. Темная броня. Какой он охуенный. Короче, ребят. Вы уж извините, что ничего не выходит, но правда, ну просто нечего вам показать. Извините, что убил 30 минут вашего времени, ну, чтобы с вами, так сказать, просто побазарить что-то. Вопросов, в принципе, никто никаких не задавал. В принципе, всем все понятно. Но, опять же говорю, ну нету инфы никакой, просто я листаю даже донизу этот YouTube. Ну, хотя единственное, что я нашел, это то, что можно будет кидать молот. Но я думаю, вы об этом знали или не знали. Но этот молот можно будет швырять. Ну, то есть, как томагавк. Просто швырять и убивать, короче. Как будто из лука. Вот. Все. В принципе, больше ничего нового нету. Вообще ничего. Бесконечные крепости, которые у меня на канале все есть. И системное требование просто, блядь, пиздец. Хотя не особо большие. Ну, ребят, как я и говорю, вы сорян, то есть не рекомендую. Давайте почитаем людей, которые не... Ага, все рекомендуют, заплатили, короче. Вы уж сорян, что ничего нету, я еще раз извиняюсь, да. Инфы просто нет. В общем, не знаю, если будут какие-то вопросы, то задавайте, если просто... Ну, я просто не могу найти чего-то нового. Я очень хочу вам что-то новое показать, но не могу, потому что тупо ничего не... Я уже вторую неделю сижу, ну, вообще-то стримы должны быть, но... Они получили награду и пошли бухать. В общем, как-то так. В общем, ребят, не скучайте, ждите инфы, она обязательно будет. Вот, реально, как только что-то нарою, сразу скину. Оскару хочу сказать, поменьше... разводить срачей, да. Может, ты не назовешь это срачем, но я думаю, кто-то из моих, так сказать, фолловеров, да, на Ютубе, может сказать, что ты немного буянишь. Никите, ну, всем подписчикам, вообще всем фолловерам, которые недавно зашли, добро пожаловать, ребят. Там сразу предупреждаю, есть видео, которое лагает. Я это исправил только совсем недавно, поэтому вы уж извините за качество. И, в принципе, приятного просмотра. Потом Никита, по-моему, самые активные участники — это Никита, Александр, по-моему, если не ошибаюсь. Еще какой-то поц, но я не могу его назвать. Потому что я не помню. Но там 4 чела, которые активно что-то пишут, задают, что-то спрашивают. Вы тоже не стесняйтесь, ребят, абсолютно открыто пишите, все друг другу помогают. Я хочу, чтобы было так.
Вот я уже на 2 минуты прощания растянул. Все, всем удачи, инфа будет, это 100%, потому что, ну, я, ну, если не будет, то я что-то соскряпаю, какой-то интересный монтаж, может быть. Все, всем удачи, всем пока. Опять-таки, если что, комментарии и наши комьюнити вам поможет. Все, всем удачи, всем пока.